Элита Артплюй Продакшн представляет. Ты про что вообще? Типа, когда Нави там на буткемпе сидят, там, когда Империя на буткемпе, и сейчас вы посидят на буткемпе. Баткем, игра началась. Я забыл. Короче, делаем свою команду, делаем буткемп, короче, и все, и берем T5. Да-да. И на International. Hello, hello, them. Ой. Блин, что такие маленькие левелы? А, блин, я на этом аккаунте. Видимо, нет. Hello! Так, опа, чё, оп. А где мы, за кого играем? Мы за тьму играем. Блин, за тьму не надо играть, лучше свет. Топ фарм. Так, ну чё, я тебя посупорчу. А ты умеешь за саппортов играть? Да, конечно. Ну давай, может СМ-ку? Хочешь? СМ-ка? Ну вообще донный персонаж сам по себе, если честно. Да ладно! Да нет, типа он в лете ничего не делает. Не, ну ты выбирай сам, любой вариант, то же самое ВД, кого хочешь. Не, Виномая, не, ВД. Да ВД так себе, блин. Че за музыка? Посмотрим на их клип. Че за звук? Ты слышишь, вообще слышишь его? Ты сильно слышишь? Ну сейчас уже нет. Он так резко так заорал. Это, короче, это такой кулер работает. Трэш. Сейчас. Так, видеокарты почти сделаны. А чё они не берут героев? Я не знаю, кто там. Я уже забыл играть на обычной игре. Я тоже. Я думаю, Сэмку возьму по дефолту. Сэмку будешь? Да, или сок фан, ничего. Ну, Сэмка очень сильно, я помню, играл. А Сэмка сильная против Мартры и против тех, кто бьет под вторым, ну, кто же будет. Самый саппорт. А СФ, она его в говно превращает. Вообще, да, донный персонаж сам себе, его просто будет супер забирать в соло. Ну, сдалека просто кидаю стан. Hello, Тэм, hello! Так, пойдем на руну. А что, они все лагают? Что он сказал? Что-то на украинском. Ой. Так, ладно. В смысле, это еще один это, что ли, медальон? Откуда у меня столько медальонов? Они дропаются. Сейчас только два медальона выиграл. Они уже не интересны, эти медальоны бесполезны. Да блин, они. Я теперь понял, что когда я сделал 10 медальонов в монстре, они вообще ни хера не окупаются. Потому что я. У меня 4 прошло, 6, я всрал, короче. Ты его просрал столько монок. Ну, они вообще не окупаются. Если бы, говорю, если бы Рексар выпадал, было бы прикольно. Рексар. Ну, Рек, которая. Ну да, я понял. О, изи мани. У нас тинкер донный. Что ты взял? Да полчаса на базе стоял, чтобы застопить кирпов против СФ. Типа, ни хера не застопил. Пошел бы на руну, был бы левелом больше, убежал бы СФ. Чё не с микрофоном? У кого? У Тинкера. Не знаю, я был замутил давно. Какие-то странные люди, я почти, ну сколько, почти 8 лет играл в доту, ну не считая первую, ладно, первую и вторую, да? И почти всегда играл без микрофона. Тут решил, короче, послушать людей, как они говорят в чате, они ничего не говорят. Я здороваюсь, они ничего мне не говорят. Будем его убивать? Давай, Станчик. Давай, попробуем, ты он тебя может убить тоже. Все нормально, убьешь его? Но он на говне. Я знаю. Тихо. Нет. Так. Почти. Крепочка тебе надо. Уходи. Больно. Вообще трэш. Так? Ты мразь на говне прям. Да у него сейчас сила не будет. Он боковать так не сможет. У тебя есть? Стан? Нету. Маны нету. Ладно, когда будут, скажешь, ладно? Да. У меня сейчас скоро появится вертушка. Вертушка в щи. Что тогда просто делаю спойщик, а потом уже напишу на него гуид. Давай. Гуиды? У меня есть, можем его забрать. Подожди, у меня пока вертушки нету. Крипов нету. А, там. Сейчас стой, я жду тогда. Сейчас крипов нету, его никто не бьет. Ты осторожно, тебя так убьет сейчас он.
Воу. Понятно. Так, это трэш. Я думал, тебе запишу. Что, у тебя что по хп? У меня говно. Ось. Трэш, хорошо. Да, везет парню, везет. Такое тоже бывает. Да это ерунда. Не, надо играть на победку, я... Да не, у меня одни победы, все отлично. Ну, пес. О, крипы, уходи сейчас. Если он загрит тебя под крипами. Опускай, агрит. Скорее всего, пофиг. Мразь, а, не, это... Давай, давай, давай. Иду, иду, иду! Станчик, станчик. Ау! Ну, что, еще уйдет? Да. Охереть. Дальше что ему говорит? Так, кстати, держи там лучше. Так мне надо пофармить что-то, я вообще без фарма. Да, лучше фармить, да. Что-то против Акса. Блин, а он лесной курион же. Хотя, конечно, всегда так надо делать, надо Акса прогонять сразу. Да, я прогоню. Ладно, короче, все, буду фармить, да. Сейчас собрать итемы, фейзы собрать, я босым. Фейзы, мом, кстати, тема. Не-не. Да не, мом типа пофиксили, я бы его собрал. Новая тема у меня будет. Владмир какой-нибудь. Криминат. Не, рапира. А, охереть, я заблочил этот спаун. Ты говнаглая мразь. Ты можешь умереть, если что. Ладно, давай отойдем. Ой, если дебил по тауру пойдет, не пошел. Ну почему он не пошел? Тихо, осторожно. Блин, наглая тварь, наглая. Не знаю, мы еще пока без фарма. Вот. Пока оттуда нет смысла делать, он пошла. Ой-ой-ой, мансы. Он тебя сейчас заглушит. Сейчас будет больно, ой, как сейчас будет больно. Не-не-не, фрэнджей не смог. Сколько крипов? Тебе нужен срочно этот. Срочно отписывают, я срочно нового. Не да, знаю, что. Может меня поджарить. А, не получилось. Он тебя кинул. Блин, а это у меня может забрать. Не, ну наглая тварь, конечно, вообще, вообще наглая. Ты... Help, help, top! Help! Так, ты не лезь, я вот. Я его попробую разбайтить. Разбайтись. А у тебя мозг больше. Значит, он даст горелку. Тварь. О, хорошо. Блин. Пока. Шо? Хэнк? Хэнк? Поставь этот, Влад. Есть такой слово Хэнк, нет? Есть вроде. Он даже не понял, что это было. Не, есть такое имя. Хэнк. Его бы звать Хэнк. Да, весело. Я что-то даже растерялся немного. Да блин, я вообще тинкера чуть не заметил. Не, я его заметил просто, он так слишком агрессивный, конечно. Нет, мы могли там попить, было бы акция. Он к нам идет, мразь. Ему вообще не больно, мне проще здесь взять фарм. Можешь мне тебя в соло оставить? А ты что? Я не знаю, но я могу постоять, но фармить, конечно, я вообще не смогу. Да, ты сейчас не собой фармишь. Ну давай, постоим, чтобы свое говно кидать. Не, просто по таурам будешь фармить, просто ну реально смысл не эксплуатировать. Так я думаю, он сейчас зайдет за таур. Вот он идет. Он? А что, у него есть транспилы? У него давно они уже есть, лол. Ну конечно, это понятно, на пятой минуте, конечно. Так, отстакнем. Вон он идет, мразь. Да. Да! Этот тварь какая-нибудь перебыкует просто и да сольёт. Конечно, да он уже подох. Ё-моё, этот лес. Так, поставим пока что. Этот спот. Not yet. Ну давай, инициирую. Ой-ой-ой, всё, отойди. Ой-ой-ой. Слишком просто. Изи! Засуил, блин. Видал, да? Прям в прыжке, лёль. Мне интересно, кого на языке говорит, он что, испанец? Он непонятно говорит, у него микрофон вообще тихий, вообще непонятно. Да.
Так, короче, все, покупаем фейзы, потом покупаем себе барабаны. Барабаны. Барабаны? Барабаны, да. Тема, кстати. Ну, я просто решил стать барабанщиком. Так, тонко. Хороший был момент, конечно, прикольный. Что? Че там? У тебя тут крип был? Нет. Трое на меду. А-а-а. Слинкера убили. Ну пойдем поможем, наверное, пацану. Ну, пошли, наверное, я только с двух хойлов просто. Ну, осторожнее. Ну наглый парень, а. Да я вообще духу. Ну, конечно, подпьем. Аккуратнее, если тебя закрыт, ты умрешь. Ну, надо до меня дойти. Осторожно, осторожно. Блин, а 6 левел уже вообще опасно. Ой, я не быстро, не быстро так. Не могу, я не могу, мне руки тешатся, осторожно. Не, он мне меня убьет, вообще, блин, стой. Нет, меня пока толку ноль. Я без левела и без... Тихо, 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 тихо. Аккуратнее, ты да, 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 очень опасно, опасно, опасно. А, пускай Тинкер фармит, когда я пошел на базу. Транхилы вынес. Наглые парнишки, наглые. О, хорошо, что он ливнул. Да, понял, ливанёчек, понимаешь. Нам шанс дали. Нажимаем, нафиг, я не хочу ждать секунды. Не, интересная игра, агрессия, да? Да блин, это первый раз вообще не вижу такое. По-любому, Тима, ну мы играем группой, поэтому они группа. Только из-за этого. Ой. Не хочу его ждать сегодня. Казус, он конечно, просто вылетит. Он хотел бы ливнуть. А почему у меня эта статуя голубая, ты не знаешь? Ну, в смысле, какая-то ледяная. И что это происходит? Рандомно. А где у тебя статуя? На базе. У тебя золотая статуя. У тебя сейчас золотая? Да. Ай, так, понятно все. Ну, тварь, не успел я второй дать. Лёль, Тинкер, братюня. Охренеть, да. Жёстко. Нам нужны варды. Я на один вард даже не поставлю. Не, у меня золотая статуя. Да? Смотри, может этого убить. Кого, на топе сэфа? Угу. Бро, на сэфа. Всегда он 3 суппорта. Лина, конечно. А что ж такое много суппортов? Не знаю, у нас... Что, пойдемте в лес кого-нибудь убьем? Пойдем, пойдем. Ой-ой-ой, акция от этого не драйв. Нормально. Но я хупанул. Все идеально. Давай, давай, пошли. Можно, можно, сейчас будет у меня. Лина, Сефа, куда он на Сефа увел? Так, отойти. Ой, мы сейчас все развалимся. Можно, можно. Какой кривожоп этот дизраптор? Да. Вот, как можно было не закрыть его? Ладно, я, конечно, пошел фармить. Давай. Stand and face me. Ты 7-й или что? 8-й уже. Или я 5-й? У кого 8-й? У тебя 8-й. Спасибо. Кстати, еще фуры не пришел. Ну это он вряд ли ванет. Да, навряд ли, да. Зайдет кто-то. Это было бы слишком просто. Блин, вот я видел, что дизраптор купил 2 варда. У Лины еще один вард был. Почему у них не тыкают лоу? Прошли по лесу, так минут 1 вард. Мало. Да, Тинкер, все плохо. Че ему? Да, он без фарма. 2-2. Ну, в принципе, у него крипы сейчас будут ближе к вышке. Он просто убивает. Чего? Да, Virtus Pro по World of Tanks, World of Tanks. Сделали себе группу ВК. Так, вчера. Ну, это не важно. Это так. Заметь. Вы осторожнее, смотрите. Вот, например, сейчас Тинкер умрет. Против матери просто только покупаешь, не страшно. Не страшно, я так сказал.
Все, и теперь идем через Shadow Blade. Shadow Blade. Блин, кстати, да, если два крита Shadow Blade. Блин, Silver Age, ничего не да, да, да. Именно Silver Age. Касается, реально нужен айфон. Я в каждой игре нужен. А, Тинкер, сори. Я забыл, короче. Что он фармит, пускай фармит. Мне туда же фарм нужен. Блин, пассивка вообще здесь. Понимаете? Я еще, я ни одного края вообще не повязал, а спокойно лес там. Пинку скачаю на дня. О, осторожно. Ну, на низ нужно с пацанам попасть. Я иду, я бегу. Давай, не давай. Ультимейт, 3, 2, 1. Тут. Жалей. Все, минус 1. Ой-ой-ой, ну у тебя мат больше ты заберешь. Хорошо. Отойди. Нормально, давай. Ой-ой-ой. О, это было больно. Еще и этого. Тихо, Акс. Давайте, девочки, муж стан, давай. Вы убьете, молодец. Очень сильный ультимейт, молодец. Сэмка сильный герой, как ни крути. Не, вообще это сильный. Собирай ей даггер, да? Да, я даггер. Потому что лучше нету, чтобы она могла выцеплять. Потом Глиммер Кейп или сам Сильвер Эйс, если вдруг какой-нибудь. Самое главное даггер. Да, самое главное даггер. Блин, а у них сбивать-то... Это кто летит? Куда Тинкер? Так, у нас тут есть фанги. Кстати, это... Им не сбивать почти нечем ультимейт, кроме Акса. Да, кроме Акса, лол. Ну, если это, да, с первой, то... Дазл. Скорее всего, даже может быть с Фэйвит раз обратился, мне кажется. Давно не кстати, давно не с этими светрами видел, вообще ну, очень. Ну, я недавно видел, в принципе. Нет, типа. Игру назад. Ага! Не, лучше уйти отсюда, что грохну. Картинки ругарают. Блин, ну если прохоста. Не, если бомж тоже себе дагер собирает. По сотке. 12 минут. Там кто на руне наверху стоят? Они вдвоем? Да, мы дазл должны. А они тихо. Тихо, подожди, где-то Акс бегает. Акс и даггер? Да, вот он, тихо. Иди, убегай. Хорошо, уйду. Если что, я приморозил. Хотя я могу не уйти, издай, стан. Пойдем. Идем. Блин, нужно дазл фокусить. Без дазла мы их еще не дозвали. Давай, пошли. Катя умирает, дебил. Отлично. Что-то умирает, даже он вся крит. На, критом по шее, говнососина. Хорошо, у меня, кстати, почти даггер, это следующий. Еще арканы. Все очень просто. Качаем первый скилл на один раз, все. И максимум вард. Да. Да, бесконечный хил. Блин, Сэмка такой полезный персонаж для тебя. Никогда маннинга не было. Да он для всех полезный, что я говорю. Я блин, уже... Лол, у нас же они маги, типа, получают. Ну как они, кроме тебя. Раньше, я говорю, раньше я постоянно гнобил, типа, ЦМ-ка в команде. А сейчас нет, как-то уже лучше отношусь. Может, потому что я почти не пикаю? Ее подняли, наверное. Может, подняли и перестали пикать ее вообще практически. Нужно этого, СФ-а. Нет, так, мне тоже надо пофармить. Мужики, ну гоу. Гоу, тимплей. Давай. Ну, добьешь? Добью. И Сефа. Отлично. И этого можно. Давай. У меня маны нету. Отлично. Все. Ко мне, детка. Все, уходим. Сейчас уходим. Блин, и мана сразу есть. Убегаем! Все, с даггером будет попроще. Ну, ты не... будешь собирать... Ну что ты будешь против... Не против, после Silver Age собирать. Посмотрим, доживем. Там соберу я себе этот доминатор. Мне нужен лайфстил. Да. Вас убивают? Да. Конечно. Ну я... создавал новую, короче, раскачку, да? Да. Потратил около 15 лет на это. Продумал. Может вы уйдете, нет? Не, просто нормально. Вы без мейн кэрри. Пока что нормально. И понял, что многие собирают ему арты, но я сам тоже могу говорить про мол и так далее. Это в основном для ультимейта, видишь, собирают. Так-то да. Ну также, ну, так... понятно, что мом, да, на просцене там фарм в лесу и все дела, это понятно. А я вот решил собраться так, чтобы мог стоять бить. Просто мог бить. Доминатор, там, чтобы броня была, реген, шоу и так далее.
То есть, чтобы он не просто ультанул, убежал, а бил. Короче, ты идешь типа в статы немножко. Ну да. Барабаны, блин, если ты собрал бы еще ПТ, бы вообще было бы идеально. Не, ПТ мне бессмысленно, мне не нужна скорость атаки. Пошли. Это настоящий? Да, это настоящий, понял. А, он умрет. Давай, барабаны, барабаны. Барабаны. Мне. Ну не! Ё-моё. Ладно, короче, надо пофармить. My kill. My kill. Мне очень нравится, когда америкосы агрятся, когда ты говоришь, а понятно, что какой-то акцент есть. Не смог сделать я, блин, раут. Не успел я дать второй, понятно, все. Да все нормально, ладно. Да нет, не критично. А, вас двоих убили вверху, что ли? А, кто там еще умер? Лина. Да, реально. Ее аксессуал убил, лол. Думаю, конечно, надо отойти. Пойду дальше фармить. Надо собрать мне хотя бы первый итем. В теории это все классно. Да? У тебя есть даггер? О, молодец. Да, есть. У меня почти глиматрейк осталось. Ну, собери новый предмет. Актринкор. Не, который инвиз. Не хочешь? О, глиматрейк. Да, давай. Я соберу его. Я начал. Хоть раз кто-нибудь на меня, может быть, кинет его в жизни. Лол. Кстати, я реально замечал, что вообще никогда никто не кидаешь. Ну, это редкий предмет, очень редкий. Хотя он, конечно, потрясающий. Не знаю, но из рапа часто собираешь. Я его собирал очень редко, но я не играю таких на героя, понимаешь? Понятно, ооо. А ты что, там один, что ли? Нет, не. А, тинкер? Тинкер. Да. Нужно товара пушить, никто один товара. Go team play, team play. Yeah, team play. Хочешь, сейчас соберусь, я сразу будет быстренько. Да, иди. Рич, бич. Просто убиваем СФ. Рич, бич? Да. Осторожно, сейчас там по-любому все прибегут, аксы. Там мартра по-любому прибегут, там на у нас вардик, есть деньги на вард? Деньги у меня есть, сейчас куплю. Ну нужны варды, ну что поделать. Так, не стал этим маражник. Один вард, вард этот. Сейчас, подожди. МКБ. МКБ, блин, придется собирать. Смысл тебе МКБ тогда собирать, если ты собираешь или раньше? Тоже логично. Да лучше собрать тебя на скорость атаки уже что-то. Ну, конечно. Так что будем это. Или против одного МКБ, или против пятерых собирать. Не, МКБ, конечно, полезно, а этим вообще. Ну, против пятерых Silver Rage гораздо лучше. У тебя есть аватар, я заберу. Ну, пошли, иди попробуй в лесу кого-нибудь найди, я прибегу под аватаром. Давай. В любом мартрах не фарми. Опа! Блин, ну что это такое? О, мать, о, 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 я пытался. Блин, еще я не слишком много, уходи. Ой-ой. Да что ж такое-то? Да, долго получилось. Если там была бы она... Да, офигеть, что ну да, она была не одна. Мы сейчас все умрете, осторожно. Осторожно. Все поскорее бы сильверовать надо, то вообще что-то не пробиваем. Так у меня, когда я ударил от Асватара, промах был, прикинь, сразу. Лох. Стой, а будет ли промах Silver Age? Он сразу отвечает? Не знаю, посмотрим. Блин, да, реально, он сразу отвечает по всей сразу сюда. Проверим. У меня еще Новый год есть. Ну давай сейчас попробуем что-нибудь сделать. Сейчас включим. Так что манго на всякий случай нажми. Пойдешь вниз? Пошли, пошли, они как раз в лес пошли. Что я прилетел? Зря вот так-то жал. Наверное, зря. По-любому контакт по мне. Опа, выпрыгнул. Угу. А этот акс на руне. Был на руне. Где-то. Опасно, очень опасно. Ну да, что-то видно. Ну, ночью. Ночью ужина мало. Лол. О! Давай, давай.
Нормально. Чё? Ну зря мы все выкормили, нужно было на укипа оставить. Что оставить? Зря, короче, когда ты входишь в лесу врага, лучше весь лес не выфармливать. Почему? Ну типа, смотри, ты выфармливаешь большого укипа, оставляешь маленького. Потому что, ну типа, ты не будешь. А, в смысле, чтобы он забучил, что ли? Типа да, и он будет меньше голды получать. Ну типа, круто. Ну, как вариант, можно. Не, ну вообще да. Давай похилимся, так, я ульту не тратил. О, отлично. Блин, кстати, ты силюрейджем будешь поплотнее, если что-то факт, да. Ну как против факт. Что, гол, короче, побьем потихонечку? Сейчас Акс ТП сделает. Я иду к вам, я просто на миде был. Да, еще огромный плюс силюрейдж, то, что у меня жирность будет расти. Че, да. Блин, варды упали, а мне... Может попросить денег купить варды? Тихо. Все, уходим. Очень опасно. Где-то здесь ходят. Осторожно. Так, у меня дагер, я успею. Че, идем, Аксел? Лед мне. О, что, БКБ? Да. Акс, БКБ, лол. Ну вот, убили твоего Акса с ультимейта. Не, купил бы он обратку, было бы лучше. Ну против меня бы хорошо зашел. Ладно, там пишите мы... отсюда, гол. Там даже не в этом дело. Гоу, хом. Там против Дизраптора, против Лины вообще обратка заходит. Пошли попробуем. Там дозу. Да, 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 давайте. Кстати, молодец этот. Вообще, да, Дизраптор вообще отыграл. Да. Первый раз вижу, чтобы он с форстафа так летал. Промазал, конечно, пару раз, он бывает. Хорошо. Все, идем дальше. В принципе, можно сломать. Пока Акса нету, давай. Пока давно нет. Дозу тут решают очень много. Ну и Акс. Мы-то без ультимейта, мы его так вряд ли убьем его сейчас. Вообще не знаю, у нас только этого нет. Завтра. Тинкер бы еще к нам присоединился. Да Тинкер соло убивает, там что-то ходит. СФ вроде убивал пару раз. Да, мне кажется, он давно уже не убивал. Ты пешнулся кто-то. Осторожно, вы там вдвоем стоите. Осторожно, убегай. Ты уйдешь? А как его было видно и сейчас не видно? Что за трэш? Может, аватар? Да. У него не было, блин, короче, прикинь, он жал инвиска из банки, короче, я хотел его приморозить. Пол. Еще, короче, все подохнут, как я понял. Это вообще трэш. Что сейчас было? Не постоянно даггер убивают. Вот был бы у меня глеймер кейп уже, я бы уже нормально бы жил. Ладно, еще, короче, тогда мне нужен просто мой ультимейт в данный момент. Вообще, да. Тебе вообще нужно дофармить сливает, слушай. Пойду я, короче, в лес схожу. Блин. Они, кстати, пошли на Рошана. Рош. Нет, нету на Рош, пошли вроде. А им нечего забирать, у них никакого аджора нету. Ну... Дайте пофармить, парни. Тинкер, кстати, постоянно умирает. 7-5. Ну так. Сейчас варды тыкнул в нашем лесу. Че у него есть? Кос? А, мотостайл. О, Фантом Ассасин, нормально? Ну, типа... Стой, а мотостайл блочит миссы, которые тебе дает Тингер с лазера? Ну, конечно, когда ты ее используешь. Ну, ты вот сбрасываешь миссы, но как-то все равно все странно. Нормально, но не похватит. Хотя, в принципе, против еще против моего ультимейта тоже больше копии. И против ультилина, ну, в чем-то. Хер попадешь. Ну, не знаешь, кто стоишь. Полезно, факт. Пошли в лес, у них там сейчас, этот... Сейчас, подожди, сейчас пролетит. Блин, ну цеф по БКБ, ты в курсе? Да срать на него, он все равно БКБ пробивает. Не, это на, просто цеплять нечем. У Акса или это у СФ? У СФ и у Акса. Че, попробуй поймать его. Давай, лови. Я ДТшку задунаю, нормально. Давай, пошли. Сейчас ты, бай. Петь. БКБ? Да, Герал. Давай, пока. Все по таймингу. Этот, короче, придурок хотел ДДшку забрать, я не принес. Да, видел. Молодец. Ну, опа, хорошо. Сзади. Еще сзади, пошли. А, она же еще дожит мой этот. Зато я не знал, даже не знал. Ну, сдохни, тварь. Нормально. Не, нормально. Ладно, я пока не пойду на него бить.
Нам на топе нужно тауэр снести. Осторожно там, с Саксом. Ну, я еще ни разу, кстати, не видел фантомку с Монте-стайл. Ни разу за всю историю человечества. Не, может, лет там 5 назад, может, видел, но сейчас я вообще не помню, только видел. Ну, редко собирается. Это... Хотя на нее мом даже видел часто. Не, мом на нее тащит, это естественно. Больше скорость создать, больше... Ну, на Пурсене вообще мом многим собирают, в Спектре, но они собирают опять же, чтобы фармить в лесу. Да, ну. Не все понимают, понимают, что, типа, собрал мом, да, и, типа, тебя будут убивать, больше физурон. Так ты не врубай его, когда тебя убивают, правильно, как вариант? Это да. Тебя бьют, и не врубай мом. Ой-ой-ой. Блин, конечно, надо было ТП, вы вот как там стали некрасиво, ждите сейчас. Зря вы ходите без мейн-кэри. Да, нормально, в принципе. Ага, не нормально, тут этот. Тут смартра ходит. Давай, я бегу. Она не одна, она что-то бухует. По-любому она не одна. Он что, уже апнул, да? Да. А, нет. Тихо-тихо. Вот это провал. Я бегу как могу. Охереть. Прыгнул с крита меня. Ну? Не, мне нужно лимит кейп выпрыгнуть по-любому. Ну давай, детка, ну, отлично. Ой, что и нахто. Отлично. Сейчас еще всех поубивает. Блин, я не могу сделать вар, я не могу. Я не мог вар сделать, он сагрил меня. Нормально, самое главное, что Майнкари жив. Ну не знаю, 3, 2, ну хотя, блин, меняли типа спорта. Ну для нас как бы лучше, чтобы ты не походил, наоборот, долго заработал. Можно попробовать его убить, но ладно. Я уже пофармлю. Так, вот. Я не могу свою жду дать, потому что вообще маны не хватает. Просто вот 400 на втором уровне прокачки 400 маны. 1600 хп, вот это я понимаю, да? Неплохо. Для тебя, как агильщика, вообще отлично. Так, там летит моя куропатка. И сейчас будут брони 16. Че, прогуляемся в лес или что? 15. Ну, у меня ультимейта нету. Ну, давай, попробуем. Люди. Так, нет, все, лучше уйдем. Кстати, у тебя варды есть с собой? Только что поставил нашему лесу. Buy wards, где? Пусть они купят, реально. А то я не могу лимерки купить вообще. Disruptor, buy wards. Пошли Рошана заберем. У тебя жорты есть. А мы безвижно пойдем Рошана забирать? Не, Вася, это плохая история. Не, лучше бат, да, лучше бат. No wards. No wards. No wards. No way. I'm kill you. Жесткий, жесткий. А, CM carry. И что такое бегает? А то раньше Сакс может прыгнуть. Так, ну я держу рунчу. Тихо-тихо-тихо, не бей. Да не, я типа... Надо было ставить. Вообще да. Вот наша Рошана. Блин, они Рошана забрали, охереть. Так. Не, я подумал, что типа, если ты на ХГ есть, меня просто приморозишь, что ты ушел. Ты можешь сейчас купить вард? Ну да, могу, ну блин, ты... Хотя бы один купи, ладно? Сейчас, подожди, заформлю лес и купи. Чтобы хотя бы сюда поставить, то что вообще... Мы бы сейчас увидели их, понимаешь, что они пошли на Рошана. Но сейчас, короче, доформлю глины, как я 50 голды их плю. Стало себя немножко. Блин, кто весь лес фармит? Я не могу ни одного крипа забрать. У кого-то 0.8, удаст за 0.8? С крипом же. Нахереть, я ж ни одного крипа не забрал. Вообще, просто 0 фарма, весь лес забрали. Ну, фармят парни, видишь, это же хорошо. Лол, у них по аганиму сейчас будет. У меня нет аганиму. Главное победить, мне кажется, нет? Главное, да. Пускай фармят, срать. Сейчас может Акса мне прыгнуть, осторожно. Сейчас вард. А, тебе здесь нет. А вард. Вард!
Даже два варда. Вард, вард, вард. Блин, нужно собрать будет этот медальку, короче. Надо сделать это звуковое сопровождение такое. Вард купили. Типа русская озвучка Тарксплея. Да. Ну пойдите что-нибудь делать, у меня ультимейт уже 3 часа есть. Ну сейчас дофармили все, можно драться. Конечно, у них Аеги, лучше переждать, но... А, да. Команды не переждешь. Блин, нужно дефать. Че, у СФа почти скадит. Вот этой монта. Смотри, почти... они наглеют, они сейчас будут разменивать Аегу. Наверное, да. Давай. Ой-ой, все разлили, уходите. Все разлили. Ладно. Нулевая тварь. Ну, он просрал БКБ, это уже хорошо. Ну да. Осторожно. Без БКБ я... Я без этого не пойду, без Silver Rage. Осторожно. Нормально. У меня глиммерки, по них процессы. Сейчас завалят меня. Ладно, не завалят. Пошли в арт пикнуть. У них только Акс самый такой. А, он у нас на топе. Ну пошли. Хоть куда, например, можешь сюда, чтобы не рисковать даже. Да не, лучше усесть, где тебя поставишь. Уже к ним на базу. Опа, заберем. Опа, халява. Да блин, не успел! Ты бы никак не успел. Опа, все, халява. Тебя убили, все? Заберешь или что? Забирай. Почему у нас фармит Лина, не понимаю. А у нее догонима там немного. А у нее есть уже гоним, лол, что на фарме? Ну вот не знаешь, что они вечно фармят. Пойдем что-нибудь сделаем. Так, забираем башер. У Акса... Ой, там на низу кто-то ТП сделал. Сейчас на низу кто-то будет. Что ты взял? Ты видел ТП делали? Я видел ТП вроде. Я ждал. Давай. Опа, и ушли. О, как ее много. Ну-ка, осторожно. Вот он, давай, пошли. Ой-ой. Охереть, с кинжала. Ну, гоу. Я сейчас просру ультимейт. Ой-ой-ой. Хорошо. Ой, блин, куда же вы ее понесли-то, а? Брёна! Да, он у тебя геймеркей. Что за трэш вообще происходит? Мы кого-нибудь сегодня не убьём? Я вообще не понимаю, почему все бегают? Во. Не зря навёл вообще шору. На, пёс, три удара его нет. А я не могу приморозить, у меня маны нет. Ну, так бы не убить, значит. Вода зло бы зафокусить. Тихо, уходите, я его убью, попробую убить его. Так, СФ приморозил. Отлично. Ну, я тут умру, наверное, да, я уходи. Умру. Уходи, все, умирай. Уходи, все, умирай. Это 3-4, это плохо. Блин, Тинкер вообще разваливается. Нормально. В принципе, забрали их главных керри. Ладно, ты же, ты фармишь, тебя нормально. Нормально все. Шерштали убили с ФФ. Сейчас пойдем драться. Ну, интересная игра, тяжелые драки. Да. Даже то, что у них нету фуриона. БКБ, вот, решают БКБ и Монта очень. Они просто жмат БКБ, я вообще да, не... Да, когда Монта заюза, то я уже не ультую, бессмысленно. А что ну там да, происходит? Они... Где? Что это такое? Дизраптор? Давай, поставь его. Ой, наоборот. А, ну все, забрали, это бомба. Давай, ну скорость. На, пёс. И не ты забрал, ой, не, ну да. Как обычно. Сап и кэрри. Блин, кстати, у нас этот, у Дизраптора гоним, у Лины гоним. Это вообще отлично. Ну, БКБ. Ну, у них кэрри тоже есть. Не, блин, если Дизраптор поставит свой ультимейт до вжатия БКБ, вообще изи замес будет, реально. Ну, у них на плотность. Пойдемте, так... короче, снесем. Ультимейт есть. Дальку запилю. Там сорка есть. Пошли в лес. Там кто-то помер. Там Акс. Да ладно, я пока убиваю крипов. Да алло, у тебя ультимейт есть? Да. Есть ультимейт. Да может мы лучше снесем низ тогда уже? Охереть, он сделал, блин. Ау. Не успел. Ну они все, не сам. Хотя бы он это, не просрал ульту. Касят на низу там. Гоу бот! Бот! Лодка, хей. Вот. Он на топе. Они все на топе. Пошли. Все на топе, да, но они где-то вот здесь ходят. Акса, да, нету? Ну, Акс ушел куда-то. Ну, вот здесь, да. Ну, если что, у меня только одного сагрит.
Нормально. Что, пошли в НИТ или что как? Или на... на 3 пойдем. Ой. Ну, сейчас посмотрим. Все равно немного пугает пик. Гоу, глянем, кто там в лесу сидит. Опасно, конечно. У меня глимеркейк, у них просто это нет. О, Мартра я этот на низу. Пошли на низ, ты ульт не тратил? Нет. Там Мартра ходит, сейчас она в лес по-любому пойдет. 100%. Пошли. Сейчас ждем. Вылавливай любого. Она не могла никуда туда уйти. Лол. Что за трэш? Они поформили криповку вот так, что ли, пошли обратно? Что за нелогично? Блин, мне бы курьера. У тебя есть? О, хорошо, у тебя уже есть. Продай щиток, слышишь? Да я вижу. Срать на него. Мне надо, чтобы кура прилетела. Сейчас, подождите. Там сейчас самое страшное, это Акс, конечно. Акс, да. И эта дура тоже, Марта. Ну, там хоста есть. Забирай или что? Забирай. За хоста полез. Ну, гоу мид уже тогда. Гоу. Лин из Раптор в пати. Гоу мид. Что ты говоришь? Ты сформит у нас? Ты не сформит. У нас мы заходим. Не мой мид. Ой. Че, пойдем драться? Я его попытаюсь развести на БКБ. Давай. Хорошо, Глиммер Кейп, все, спасай! Все, я на нее. О, хорошо, как. Это нормально. Минуты, просто... Да. Ну, это самое главное, эту мразь ударить, и все. Ой-ой-ой. Давай, ай-яй-яй. Вообще не угоним. Ахилес, у него уже гони. Да, Акс вообще full farm. Соси тавр, не гоняйся. Срать на этого Акса. Тава реально такая вообще вещь. Нужно фиксить, нужно фиксить. Он меня не убьет все равно. Конечно, не убьет. У него... Пока. Тихо. Ну. Успел. Че, ты поделал? Да. Чуть не убили. Глупое ТП было, просветило. Ладно, Abyssal Blade собираем. А? Что? Собери Moon Shard на скорость атаки, который из двух. Да зачем уж Abyssal Blade соберу, то есть у всех стан. Ты тоже вариант, давай. Тем более он БКБ пробивает, профит. Да. Ты собираешь крест? Да, да. Шикарный тоже предмет, мне тоже БКБ пробивает. Ну я тебя буду просто, типа, тебе армор. Или на них наоборот. И миссы дает. Весы? Да. Agreed. 75 ингредиентов, 30 к уклонению. Да я в курсе. Ну полезный артефакт, короче, вообще идеальный. Шикарный артефакт. Марта вышла, что ли? О, Dead Sense. Easy MMR. Жалко, что не рейт. Так, сейчас, подожди. Тут бучара вообще. Что происходит? Вас убивают? Да нет. Не убивают? Да нет. Ну где эта мразь? Я бегу за тобой, тварь. На, пёс. Разложил меня, блин. Ну ты в любом случае бы умер, я думаю. Скорее всего, да. А так он бы взорвался в любом случае. Ты же ультовал, он бы взорвался. Какие у нас есть пассивки? У Дазва никакой нету, да? О, Акс, у СФ души. А там вроде души не убавляются, тут чек. Ну, да. Ну, Марты самое главное, это уклонение, в первую очередь. Аналог МКБ, грубо говоря. Ну и у Акса это вертушка. Да. Я не помню, работает на Пудже, ты не помнишь? На Пудже? Да. Ну, скорее всего нет, это как на сейфе, наверное. Прикинь, Пудж такой силу потерял. 100 хп такой бегает. Возможно, может... Блин, не, наверное нет, не работает. Что-то слишком жестко получается. Нет, что паузу, ждем. Что за трэш? Ну, Марта, я не знаю, чем они ливают. Играли бы, доиграли. Да не, у них еще шансы были, кстати, реально. И сейчас они есть. Счет 31-38. Так, Акс есть, я могу попробовать сделать ТП тогда. Если меня будут убивать.
a fine idea. Хотя лучше я пофармлю. Лучше пофармлю. Да, поставим варник, пускай крипы хилятся. Царик ты убьет. А что, Роша появился? Мы пошли. Да, скорее всего, да. Go, Rosh. Go, my home. Он говорит, короче, на видео написал Go, Rosh, аутист. Оскорбление. Кстати, надо доминатор использовать, я забываю. Ну ладно, пофиг. Потом приручим. Блин. Приручил бы ты крипа, там все бы стакал. Давно было. Да, да, да. Я что-то вообще забыл про этот предмет. Ты не жесткий, не жесткий, все. Не, слишком много микроконтроля, слишком много. Блин, это так потно. Да конечно, потно. Нахрена надо платить такой игре, тем более, где мы побеждаем. Ну, сейчас, блин, ну, если бы это было бы начало игры, ну, не знал бы ты, выиграл. Так я забыл, я же тебе говорю, просто тупо забыл. Да. Скролл я заберу, все скролл. А, сука, хотел забрать, да? Опа, опа. Гоу, гоу. Что, пошли уже трон сносить? Они не отдыхают. Ну, этот Тинкер, это просто реально. Что-то соло ходит. Соло идет паут. Я приручил, пошли. Go, Team Poi. Yes. Лоу. Знаешь, такое соло Team Poi? Да, знаю. Ну, они все равно за морту управляют. Какая разница? Левало, не левало. Жиздена или? Жесткий, жесткий. У меня Solar Crest. Вард не ломай, ублюдок. Блин, я хотел бы... Да, а, у меня же есть Аега, нам было зайти. Ну что, пойдем? Пойдем сейчас, подожди, так, сладкое, все есть. Че, я на тебя даю, просто заходи и уйди там. Сейчас, подожди, ждем. Нужно развести пацан. Не, мне нужен этот. Опять секунд, это копейки. Хорошая возвратка. Сколько у меня броня? Go next! I fight. Ух ты, нихера я тебе, сколько брони дают, получается? Много очень дают тебе брони. 30 брони. И а себе... мы что, там втроем будем? Не знаю, ну, все, иди заходи. Давай, пошли. Так, я просто синициировал. Поехали! Веселимся, Джаггернаут. Ну это изи игра. На мувике. Шмурики. Эй, пёс, куда-то пошёл. Был бы у меня сейчас Abyssal Blade, а? Был бы, да. Дайте мне убить этого пса. Что там Макс говорил о боссах? Ну, вначале что-то там делал, да. Да, как обычно бывает. Наглеет. Там есть такая ситуация, когда я, например, играю за Джагу, да? Только котел стоит, по КД свои сраные волны кидает. И самое главное, знаешь, не надо тратить на него время бегать, да, там смотреть. Просто стоишь, фармишь, и потом делаешь вард, и все хилишься, и пока деток. Понимаешь? Просто самое главное, кормить. Что, сноси сразу бот. А, о, там же еще Ега, да я хотел купить что-нибудь, ну ладно. Тебе нужно... Вот как раз муншард купишь, мол. Просто обисывай, или сначала обисывай. Гол не снесем, че гол ломать? Гол, скоро варгинг будет. Но все равно игра была нелегкая. Не, поначалу вообще что-то мы с Фанни не сидели. Да, до 35 минут было тяжело, в принципе. А уже на 36 стало очень легко. 6 тысяч голды. Все, давай рапирку продавать всякому. Зачем? Сначала трон, короче. Я до туда даже не дойду, да, до магазина. Ленив, шикурой не управляет. Нифига, у меня скорость появилась. В смысле, я тоже это, крест собрал? А, ты кинул? Я кинул, стой, добро не. Я думаю, всю команда собрала крест. А она не увеличивает скорость атаки. Слово крест не увеличивает скорость. Ну я в курсе. Он просто дает уклонение и броню. Уклонение и броню, да. Фига, скорость увеличилась. Так, надо, Опа. Опа, желающий. О, ну пока бы на читор. На! Люблю ультовать, когда он ультует. Так забавно выглядит. Забавненько. То есть называется ультимейт наперед. То есть мы его бьем,
он начинает кастовать, руки поднимаем и ультуем. В итоге нас не дамажит, понимаешь? Так, там Марта сейчас нас разложит. Нас не дамажит. Марта, Марта. Ой, миси, миси отползает. Эй, подожди, подожди. Вот я, вот смотри, я сделал ей этот новый предмет. Все, просто в ноль. Побежать не успел. Отбегай, хорош. На, пёс, на. Бах, бах, тыщ. Пью, пью, пью. Крыш купил досты в начале игры. Я до конца игры, они не купил атаки. Кто? Да дайте мне убить эту тварь. Да я купил. На тебе, на, мразь, баш, как тебе, тварь? Нет, нет. Эй, 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 чувит. Ну пошлите драться, там еще полно народу, пойдем. Я вообще напалюсь. Так, как... Весело, весело, весело. Хилка, хилка. 8 тысяч голды. 8, это много. В принципе, там на досты хватит. Пишем, пишем, как профессионалы. А, давай, давай, пошел, реклама, реклама. Ну-ка, кто там фиолетовый? Блин, не успел. А, реклама, ё-моё, сейчас. Изи. Люблю, когда пишут о ВПТМ, Тим, да? Play, да? На его канал они это говно, а у них они америкосы. А, сейчас, сейчас будет, ё-моё. Лёль, быстрее, селивают. Каналы, каналы. Сейчас, сейчас будет. Нет, они уже отключаются. Нет, там только, они, еще никто не отключился даже. Пацаны ссылки водят. Пускай все так делают.